Моя любимая глина Hearty Soft. Очень пластичная, очень мягкая, не марает руки. Можно делать абсолютно любые фигуры. Имитация одежды, тканей, как вы видите. Имитация шерсти, волос и так далее. Имитация вязки. Леплю всегда поэтапно. После первого просохшего слоя второй, после второго просохшего третий. Если видно, работа получается очень легкая и немножко пружинит, когда высохнет. Принимает любые очертания. Краской работаю любой, но предварительно сначала покрываю водой эмульсионкой. А вот несколько работ сделано из Hearty Soft. Ну а вам, дорогие, удачи в творчестве! Пока-пока!